Добрый день, уважаемые друзья, дорогие подписчики! Добро пожаловать на канал «Настоящий узбекский». В нашем сегодняшнем видео хотел рассказать вам о одном очень интересном предприятии общественного питания в городе Ташкент – Рестобаре «Жигули». Рестобар «Жигули» находится по улице Султан Али Машхади, что недалеко от Паркентского базара. Рестобар представляет собой современный ресторан и бар трехуровневый. Здесь есть две летние площадки, имеется также зал для некурящих, рыбная лавка, в которой продаются все рыбные копчения, которые производятся тут же. Жигули Рестобар, первая зона, когда входишь в ресторан, это значит барная зона, выглядит как такой современный пив-бар с большим количеством разнообразного вида пива, как и жигулевское, так и местное и казахстанское пиво. Вот вы видите как раз эту барную зону. Здесь часто проводятся различные акции, как среди недели, так и на выходные. За барной зоной имеется следующая барная зона посередине, и еще имеется больших два зала. Это уже так называемая ресторанная зона. Сейчас время предновогодних корпоративов, и поэтому здесь мы проводили свой корпоратив в ресторане «Жигули», именно в ресторанной зоне. Небольшой взгляд на меню, различные салаты, супы, блюда, основанные на мясе. Это основная фишка данного рестобара. Тут готовится очень много различных мясных блюд, от стейков до различных рулек. Цены, можно сказать, не самые высокие и не самые низкие, где-то средний ценовой сегмент на одного человека выходит около 200 тысяч сом. 1 доллар равен на сегодняшний день 9500 сомам. Это вот взгляд на ресторанную зону со второго уровня. Также имеется несколько баров, контактных баров, где можно посидеть за стойкой и выпить кружку пенного. Немного о блюдах. Здесь имеется также хамон, имеется также качалка собственного приготовления, различные салаты. На новогоднем корпоративе, конечно, всегда присутствует холодец, всегда присутствует селедка. И основное блюдо было заказано — говяжьи ребра. Вот вы как раз видите, как официант разрезает это блюдо. В рестобаре «Жигули» очень все сделано со вкусом. И все очень чисто и опрятно. Здесь также можно заказать различные блюда на заказ, как, например, здесь вечером заказан был барашек на вертеле. Ну и во время предновогодних корпоративов, конечно, здесь всегда проходит различная развлекательная шоу-программа. Это Дед Мороз, Снегурочка, различные розыгрыши, конкурсы и просто танцы. Громкие аплодисменты! Большое спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами. В 2020 году мы снова будем продолжать радовать вас различными видео из Узбекистана. До свидания.